ходе подготовки к предстоящему зимнему сезону текущие ремонтные работы ведутся на всех котельных Подмосковья. Завершиться подготовка должна до 15 сентября. В Одинцовском округе насчитывается 167 котельных. Также в структуру ЖКХ входят 99 центральных тепловых пунктов и почти 400 километров коммуникаций. Глава муниципалитета поставил задачу выполнить весь комплекс подготовительных работ качественно и в срок.